скоро по всей России. Автомобили с наклейками. Спасибо сыну за машину. Да как деды и прадеды он сражался с фашизмом. С памяти о Сэдди Горе купили. Новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище.